OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Воу-воу-воу-воу-воу! Кран, кран, смотри, падает! Все смывает на пути. Да нормально все! А сколько я говорил про то, что однажды эту дамбу взорвут, вот, когда мы оставили Херсон. Очень-очень много про это было, вот, но мне не верили. Точнее, верили, но не все. Сейчас, на сегодня, что я могу сказать? Я не буду говорить, кто ее взорвал, судить об этом, как бы, но с тактической точки зрения... Про наступление на Херсонском направлении хохлы могут забыть, это раз. Вот. И сейчас вопрос в том, насколько эффективно организовано эвакуируют с островов наших ребят. Вот. И с прибрежной линии переместят на другие позиции. Все. Вопрос весь в этом. Если это все пройдет без потерь, то можно вообще хоть все дамбы на Днепре повзрывать, только на пользу. А и да, если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне гражданской обороны, то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. Уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Что, запуталась? Да, есть ножик? Какой-то? Зараз что найду. Так, уже по нефтегавани бобры плавают. Российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом заявили в оперативном командовании Юг украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня рано утром созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, ибо каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину. Все службы работают, созвал СНБО. Пожалуйста, распространяйте только официальную и проверенную информацию. Глава Херсонской области Александр Прокудин заявил, что из-за подрыва Каховской ГЭС уровень воды в Днепре ниже по течению от дамбы через 5 часов достигнет критического уровня. В телеграм-каналах пишут, что населенные пункты уже начало затапливать. В частности, один из районов Херсона, который называется Корабел. Там местные власти в эти минуты отключают электроснабжение и газ. Власти Херсонской области призывают жителей эвакуироваться из опасных районов. Все, да, пацаны, плотине ГЭС. Передайте, спасайтесь, пацаны, спасайтесь. Порвало, нет плотины. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот наше Днепро, доця, острова нема. Бачишь, нема острова. Эвакуируются не только люди, к сожалению. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. ДСНС, поліція, військові – всі поруч. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечні території. Прямо сейчас глава Херсонской области Александр Прокудин заявил, что на правом берегу Днепра в критической зоне затопления оказались 16
тысяч человек. Российская Минобороны взрыв на Каховской ГЭС пока не комментировала, но здесь сегодня утром мы обратили внимание на хронологию сообщений российских СМИ и заявлений чиновников оккупационных администраций. В 6:27 утра по Москве и Киеву российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на главу оккупационной администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева сообщало, что ситуация в Новой Каховке остается спокойной. Леонтьев говорил ТАССу, я процитирую, «все тихо и спокойно, вообще ничего нет». Но уже через 18 минут в 6:45 со ссылкой на источник, цитата, «во властных структурах», ТАСС писал, что плотина Каховской ГЭС разрушилась, из-за повреждений идет затопление территорий. Конец цитаты. Еще через 7 минут, то есть всего через 25 минут после первого сообщения, ТАСС, ссылаясь на того же главу оккупационной администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, сообщил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Произошедшее Леонтьев назвал террористическим актом, не уточнив при этом, кто наносил удары по ГЭС. Напомню, дамба Каховской ГЭС соединяет левый и правый берег Херсонской области. Левый берег находится под контролем российских военных, правый под контролем ВСУ. Советник главы Офиса президента Украины Дарья Зарівна в своем телеграм-канале написала, что подрыв Каховской ГЭС устроили российские силы, чтобы сорвать украинское контрнаступление. Вот я напомню, что президент Украины Владимир Зеленский еще прошлой осенью, обращаясь к Европейскому Совету, заявлял, что Каховская ГЭС заминирована российскими военными. И Зеленский говорил об этом еще до освобождения украинской армии правобережья Херсонской области. С ноября, когда украинская армия удалось вытеснить российских военных на левый берег Днепра, Каховская ГЭС буквально находилась на линии разграничения между освобожденным поселком Казацким и оккупированной Новой Каховкой. Мой коллега Иван Гребенюк тогда, прошлой осенью, сделал анализ, что будет, если российские военные подорвут Каховскую ГЭС. Давайте этот прогноз посмотрим. Мы имеем информацию, что российские террористы заминовали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Може бути зруйновано забезпечення водою значної частини півдня України. Это лишь часть выступления Зеленского о возможных масштабах катастрофы в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС. Он призывает отправить туда международную наблюдательную миссию. Один из крупнейших энергообъектов Украины находится под оккупацией с 24 февраля, то есть с самого начала войны. Дамба соединяет левый и правый берега Херсонской области и удерживает, по данным украинских властей, около 18 миллионов кубических метров воды. Какими могут быть последствия в случае подрыва дамбы? Зеленский заявил, в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Пострадать могут сотни тысяч людей. В телеграм-канале «Заставные» обнародовали инфографику приблизительных масштабов затопления. Данные брали из открытых источников. Здесь утверждают, высота волны может достигнуть 5 метров. До Херсона вода может дойти за 2 часа. Скорость волны – до 25 км в час. Ученый-гидрогеолог Юрий Медовар такой прогноз считает вполне реальным. Когда взлетает плотина или дамба, неважно, которая держит колоссальное количество воды, то образуется вот, знаете, цунами. Знаете, вот идет волна, грубо говоря, 30-метровая. И она все сносит. И вполне возможно, что и 80 населенных пунктов, но особенно сельские местности, там, где одноэтажные дома, их просто смоет. Медовар напомнил об еще одной важной детали. Дамба на Каховской ГЭС – это и вода в оккупированный Крым. В случае уничтожения этого объекта захваченный украинский полуостров останется без водоснабжения. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю. Она уже сегодня, на сегодняшний день, весьма непростая. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений. Что имел в виду Суровикин под фразой «непростые решения»? На Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться.